брокер по недвижимости. И сегодня у нас прекрасный день. Мы просто прогуляемся по городочку Гринвуд. Вы готовы? Yeah. Это моя команда, которую я сегодня заведу на чудесный обед. А также покажу им классные места. Так что мы сегодня будем гулять вместе. Приглашаю вас, присоединяйтесь к этому видео. И вы также получите наслаждение и увидите, как же мы живем в этом чудесном городочке. Мы здесь точно не скучаем. Штат прекрасный, хорошая здесь погода, настроение у вас хорошее, ребята? Yes. Вы готовы попробовать новые блюда? Окей? Yes. Okay? Наблюдайте за нами, присаживайтесь. Вам будет интересно увидеть жизнь в Южной Каролине с этими прекрасными малышами. Я вас люблю, ребята. Спасибо, что вы выбрались со мной в такую чудесную пору. Сегодня воскресенье, мы побывали уже в церкви, сейчас идем гулять. А у нас мест здесь просто много. Друзья, сегодня мы запарковались не на том месте, где я обычно паркуюсь там возле моста, реки. Этот раз я захотела просто побыть здесь и посмотреть на эту часть улицы. Дети одели кто что хотел, я сегодня им разрешила. Сегодня у нас был, как говорится, free day. Смотрите, какое красивое здесь место, чтобы просто прийти и насладиться чудесным временем со своей семьей. Правда здесь красиво? Вот, я хочу поделиться и с вами. Два мои мальчики остались дома, ну, уже взрослые, не хотят иногда выходить, ну, пусть как захотят. Мы им расскажем и покажем, что они, конечно же, пропустили. Дорогие друзья, у нас здесь и квартиры, и рестораны, и прекрасные люди гуляют. Воскресенье. Так что вот сколько природы, погоды, это просто крутизна. Дорогие друзья, посмотрите, у кого-то здесь прекрасные квартиры, прекрасные цветы там стоят на балкончиках. Дорогие друзья, вот мы и дошли к этому чудесному месту. Посмотрите, сколько здесь выбора в одном месте. Работает это с пятницы по субботу с 8 до 10 вечера. Понедельник и Thursday. Понедельник вроде закрыто здесь. Вторник до четверга с утра до вечера. Ну и также воскресенье с 8 до 8. Посмотрите. В 8 утра уже это все открыто. Сколько здесь выбора? Прикольно. Здесь также есть музыка. Здесь также есть музыка. Вау! Какая здесь интересная плаза! А здесь вот детский театр, видите? Так что у нас все есть. Как здесь круто! Я думаю, что я удивила детей, и им понравилось. Сейчас мы посмотрим, что же нам выбрать. Здесь и дети, и взрослые, и коляски. О, даже музыка. Тотенька, что это? Кукла, что ты заказала? Fried Oreos. Это жареные печеньки Oreo. Кто знает? It's good. Кто пробовал из вас? Кому нравится? Yay! Let's try it. I don't know. Что мы еще заказали? Coco Balls. I like it, that tail. Oh, looks good. Вау, друзья, после этого мы зашли в такое чудесное место. Посмотрите, Crazy Mason Milkshake, Greenville. Вау. Можешь их найти на Facebook, Instagram. Чего себе. Как здесь круто. Давайте посмотрим на эту сторону. Вау.
Eat, rinse, be crazy and repeat. Guys, что здесь за место? Вам нравится? Оно новое? Мы сюда просто еще не заезжали. Классно, классно, классно. Oh yeah. Hey, be careful, guys. Be careful. Ничего себе. I like it. А сейчас мы переоделись. Перед этим я купила моим деткам тикет в кинотеатр. И сейчас других детей хочу привести вот сюда, в этот прекрасный place, Big Air. Они очень любят прыгать внутри. Это не самое мое любимое место, потому что здесь шумно, но для детей это круто. Смотрите, куда мы заходим. И оранжевый, как вы все знаете, оранжевый — это мой любимый цвет. Ой, сейчас они все будут здесь прыгать. Сейчас обувь. Носочки должны быть оранжевые, мы их купили здесь. Все, мои детки пошли прыгать, посмотрите. Пошли посмотрим. Вау. Нашла своих красавчиков. Они здесь играют мячом. Выбивалки, наверное, да, дочь? Ничего себе! Good job, мама!
Дорогие друзья, мы остановились в Эндерсон. Смотри, что у нас тут есть. И мороженое, и разные beauty and spas, hair salon. Это круто. Дети уже побежали. Это такая красивая плаза здесь. Мне нравится, кстати. Смотрите, как здесь классно отдохнуть можно. Так, где же мои детки? А, вот они. Мороженое, мороженое. Им жарко. Ничего себе, сколько здесь людей. Guys, this is awesome. Я разрешаю деткам сами выбирать, что они хотят. Пусть думают. Пусть развивают свои головки. Да, дочь? Say thank you. Thank you. Vanilla. Oreo missing. Sprinkles on top. Sprinkles. Vanilla M&M's. Thank you. And детки ждут свой заказ, а я хочу чуть-чуть снять эту плазу Эндерсон. Белый домик.
как я уже сказала, чуть поздновато, наверное, люди семейные уже дома готовят деток спать, завтра сами на работу. Так, escape room, там еще какая-то крутая штука есть, exit 4 называется, нужно сейчас туда с детьми зайти. Да, мне все-таки нравится вот эта машинка там, очень нравится цвет ее, как вы знаете, я любитель этого цвета. Ну и так вообще прикольно. Смотрите, как классно делать мороженое. Сперва его готовят на каком-то холодном surface, а потом вот так его скручивают. Круто, да? Потом их наложить в красивую коробочку и польют разными соусами и топпингами. Вау, прикольно. Очень круто. Ну вот сейчас налили, будет делать для Давид тебя. Иваночка, что твое уже сделали почти? You excited? Wow, that looks good. David, you picked cereal? Да? I did. He picked Oh, and your. This is Oreo cookie, да? Yeah. Wow, look at this. Она уже замораживается прям на месте. That's cool. Уже сколько они сделали. Elizabeth's gonna eat Oreo. Beautiful. Иланочка, where is yours? Oh, it's gone already. Красиво, да? Черно-белая. Elizabeth, ты взяла большое, да? Доченька, какой у тебя классный мороженка, покажи. I actually made another butter. Да, ты взяла классные печенька. Надеюсь, тебе все понравится. Тебе конфетки даже есть. Круто, круто, круто. Окей? Okay? I wanna try it so bad. Сейчас. Elizabeth, покажи свою ice cream. No, it's right here. Что у тебя там? Конфетки, червячки. Орео, красивая тебе баночка. Доценька, посмотри сюда. Давид тоже взял червячками. Покажи, пожалуйста. Вау, какие червячки. Классно. Let's go outside, guys. Вот так у нас сегодня прошел день, да? Guys, you had fun? В следующий раз куда поедем? На горы? На речку? На озеро? На ice cream? О, кстати, вот exit 4 escape room. Что вы думаете, что это? Это крутое место, я видела, туда детки заходят. И там, наверное, бегают и где-то прячутся. Хочешь пойти посмотреть? Да, можно чуть попозже. Вот так. Oh, welcome to Greenville downtown. Guys, look at this cute green color car. What do you think of this? Жучок. Прикольный, да? Так, this beautiful cafe is closed already. My favorite, by the way. Oh, compared to Greenville, Anderson is empty. You guys, we're gonna find a good spot right now. Just a second. Oh, look at this side. It's beautiful.
напрыгались, наскакались, и сейчас уже хотим посидеть, да, детки мои? Mm-hmm. Что хотите? Mm-hmm. Почему здесь так пусто? Is it because of it's evening, наверное, все уже готовятся спать, на завтра на работу. Йо-йо-йо, сколько будет это здание ремонтировать? Оно и так красивое. Всегда его, не всегда, но вот в последний год что-то начали ремонтировать. Реставрация этого красивого здания. Я и так любила это здание. Ну и здание напротив тоже неплохое. Что, guys? Happy to live in South Carolina? Mm-hmm. Yes. Yes, детки радостные. Вырежу. Да, сейчас поищем ice cream, guys. Сейчас поищем ice cream. Да, помнишь, какая-то умничка у меня. Посмотри, как здесь busy. Нету даже парковок с этой стороны. What is it on this side? Let's check it out. Помнишь, здесь был классный парк? Интересно, он еще работает? Мы так часто сюда приезжаем, что даже не знаем, что здесь работает. Но обыкновенно все закрывается намного раньше воскресенья, чем другие дни. Посмотрите на это крутое здание. Вот там. Дели. Сейчас посмотрим, как там с нашим парком дела происходят. Здесь у нас скоро будет строить новый парк. Guys, are you excited? Yes. Сказали, что до следующей весны, это получается один год закончится. Нужно ездить смотреть. Так, нам включилась зелененькая. Поехали. Guys, посмотрите направо. Парк открыт или закрытый? Ребята. Прекрасный парк. Там есть пару людей, но... Хочешь донат? Хочешь донат? No, with the ice cream. Давидик, Давид, сынулька, что хочешь делать сейчас? Ладно, дорогие друзья, спасибо, что были на протяжении этого видео со мной. Это был один из дней, который мы проводим в Южной Каролине. Дети захотели попрыгать. Вот я их завезла, потом показала им еще наши места. И сейчас мы едем, посмотрим, что еще будем делать. Но на этом я заканчиваю свое видео. И хочу сказать большое спасибо, что вы были со мной. Загляните в Южную все-таки Каролину, если проезжаете, остановитесь. Буду рада пообщаться, рассказать, показать вам наши места. Всем всего хорошего и до следующего видео. Пока-пока!